Живой товар. Вынесен приговор двум жительницам родников, жительнице Московской области и уроженцу Республики Молдовы. Они признаны виновными в торговле людьми и вовлечении в занятия проституцией. Сбором доказательств занимался первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Ивановской области. Следствием и судом установлено с апреля 2012 года по май 2016 года две жительницы города Родники подыскивали на территории Ивановской области девушек, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, испытывающих материальные затруднения, из неблагополучных или неполных семей, судьбой которых не будут интересоваться родственники, и предлагали им заниматься проституцией на территории Московской области. А потом девушек продавали. Установлено 6 фактов, причем двум потенциальным жрицам любви не исполнилось 18. Мы с ними по цене не договорились, выехали обратно с в сторону... С ними с кем? С Олесей и Станей. Ага. Выехали обратно в сторону дома, тут остановились покушать. В это время они нам позвонили, и мы вернулись обратно. А позвонили вы в связи с чем вернулись обратно? Они нам позвонили, согласны были за такие-такие деньги. За какую сумму? За 20 тысяч. За 20 тысяч, да? Да. Суд приговорил одну жительницу города Родники к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Ее сообщниц к 4,5 годам лишения свободы. Уроженцы Молдовы к 2 годам. Осужденный отправится в исправительную колонию общего режима. Елена Белова, РТВ Иваново.